Рентгенодиагностический передвижной аппарат «Си-дугой» помогает врачам проводить необходимые рентгенологические исследования непосредственно при подготовке, проведении и после завершения операции. Данное оборудование позволяет буквально в режиме прямого эфира точно собирать все сложные переломы, фиксировать соответствующими имплантами. И, в свою очередь, позволяет минимизировать дозировку облучения интраоперационно. Естественно, все это проводится соответствующей защитой медперсонала и пациента. Произнося словосочетание «прямой эфир», врач не оговорился. Действительно, аппарат показывает все нюансы хирургической операции, помогает контролировать производимые вмешательства, что повышает их эффективность. Весь персонал врачей и медсестер оперблока прошли инструктаж, прошли обучение, как правильно, в полном объеме и с максимальной результативностью работать на данном оборудовании. Это уже четвертый аппарат такого типа в Видновской клинической больнице, но нового поколения. В частности, производитель повысил точность и качество снимков и сделал ряд улучшений для удобства использования устройства во время операции. Оборудование российского производства ничем не хуже иностранных аналогов. Это не единственное оборудование, у нас в комплекте их несколько. Поэтому в случае каких-то технических сложностей у нас есть всегда замена, подстраховка и прямая связь с компанией и производителем. Аппарат не только показывает ход операции, но и позволяет хранить в памяти до 20 000 снимков. Максим Козлов, Максим Константинов, Видное ТВ.